Казахстанцев старше 65 лет будут вакцинировать после поставок 93 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом Атамекенбизнес сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Напомню, массовая вакцинация в республике началась 1 февраля. Как рассказали в министерстве, на сегодняшний день первую дозу вакцины получили чуть более 24 тысяч человек. А второй дозой привились около 13,5 тысяч казахстанцев. Отмечу, что пожилых людей не вакцинировали из-за отсутствия официальных данных по безопасности препарата против коронавируса. Однако 16 февраля главный государственный санитарный врач Казахстана сообщил, что прививать пенсионеров будут при достаточном объеме препарата в стране.